видел то, чем мог
этот человек и радовался его сокровенной красоте. Проведя всю жизнь в особых подвигах, он советовал идти царским, то есть и средним путем, и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. Пост, молитва, бдение, всякие другие дела христианские, говорил преподобный Серафим, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании, лишь то будет состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат средством для достижения. Истинная цель жизни перед нашей христианской есть держание Духа Святого Божия. Главным средством к сдержанию Святого Духа преподобный считал молитву. Всякое добродетель Христа ради делаемое дает благодать Духа Святого, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять. Преподобный Серафим считал не обязательными длинные молитвенные правила, но при этом строго напоминал самому молитвенным правилам преподобного Серафима Чемберян, который по причине сложных жизненных обстоятельств не могут вычитывать всех обычных утренних и вечерних молитв. Правило это следующее. Утром, перед обедом и вечером трижды читать молитвы Отче наш и Богородица Дева радуйся. Один раз символ веры. Преподобный советовал, занимаясь необходимыми делами с утра до обеда, творить молитву Иисусову, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, или просто Господи помилуй. А с обеда до вечера Пресвятая Богородица, спаси меня грешного. Или Господи Иисусе Христе, Богородица, помилуй меня грешного. Молитва внимай себе, говорит подвижник, то есть ум собери и соедини с душой. Сначала день, два и больше твори молитву сию, одним умом раздельно, внимая каждому особу слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей и соединит в тебе оную един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобой, наслаждая и питая тебя. Преподобный Серафим назидал, что исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и мирской жизни. Почитывая еженедельно весь Новый Завет, Саровский подвижник наставлял душу снабдевать надо на Слово Божие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыри. От всего бывает посвящение в разуме, которое изменяется изменением Божественным. Приобщайся ты Христову ткань каждое воскресенье, каждый праздник. Неупустительно преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, отвечал, чем чаще, тем лучше. Священник удивительной общины Василию Садовскому, он говорит, благодать, даруемая нам приобщением, так велика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был человек, но лишь бы смиренным стопом сознания и греховности своей приступал по Господу, искупляющим всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, и будет очищаться благодатью Христовой все более и более свет, и совсем посветлеет и спасется. Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и породит очищающемуся. Преподобный Серафим, однако, не всем давал одинаковое наставление относительно частого причащения. Многие он советовал говорить во все четыре поста и во все 20-й праздник. Потом Серафим предупреждал, что можно приобщиться им и в осуждении. Бывает иногда так, что говорил он, здесь на земле им приобщается, а у Господа остаются неприобщенными. Благоговейно же ты причащающийся святых тайн и не один раз в год, по словам преподобного Серафима, будет спасен, благополучен и на самой земле благовечен. Благоговение к святым угодник Божий требовал всегда и везде, особенно же считал
toți proții bibicești, Sergei Nicolae, Procinați, Cătutân, Sergei Pare, Povăcheci, Timaniane, și pripărbăt noi nas, cu Serafima Sarovskă, din Pamii Sărășaim, Sergei, și Pamii Sărășaim, Sergei Pare, Yeah.